я сегодня выехал, в принципе, сезон открыл. Я еду на своем мотоцикле, вот на своей собаке, вот там, легенда, самый лучший, типа туда-сюда, понты, оранжевые, там, все опросы, там, у меня вот не оранжевый, у меня белый, там, короче, мотоцикл с красными полосочками. Я вот на нем сегодня еду и просто заебись, знаете, как заебись, таким цилиндром, так, шведский мотоцикл, настоящий, там, чуть-чуть BMW его наработал. Вы понимаете, что вот можно сказать, что такое австрийцы, это какие-то цыгане, самые настоящие, что они могут сделать? Открываешь КТМ, а он весь гремит, как этими гремит, соплями, болтами, гайками. Вот собака, она вот как едет, шведский мотоцикл, скважина. Моторчик жужжит, тащит слезов, любой пляж, куда хочешь, он едешь на небережье, 60 с хуем тысяч, как вы думаете? Я проехал 60 с хуем тысяч, и мне все заебись. Ну, хоть у кого-нибудь у вас был такой мотоцикл, чтобы проехать больше, чем 60 тысяч, было заебись. Вот у меня заебись, я даже пополам его разобрал, и от этого хуже он не стал. Вот такая хуйня, парни. Хмой это у нас какое? Хмой, если вы наш увидите, просто туда вы поймете, что значит жизнь, что значит на мотоцикле кататься. Хуя вы не видите себя в Москве, что там осталось? Болото.